2023. Небольшой провинциальный городок вглубь от побережья Австралии. Ну же, Сэл, прекрати. Убери камеру. Зай, да что с тобой? Стесняешься? Нет, просто проголодался. Трей, детка, посмотри на меня, пожалуйста. Ну хорошо, вот он я. Все, засняла меня? Пошли поедим, пожалуйста. Эй, сучонок! Эй! Блин, Скотт, какие же вы придурки! Когда вы уже повзрослеете, оставите его в покое, школа уже закончилась. Это и тебя касается. Когда ты уже бросишь этого ботана, начнешь встречаться с настоящим мужиком. Прекрати решать его проблемы. Он пытается сказать, Сэл. Только взгляни на него. Он тряпка. Ты таскаешься с ним везде, будто это твоя сумочка. Ну, я смотрю, ты за Скоттом везде хвостиком, прям как собачонка. Ладно, Сэл, хватит. Пойдем. О, вот так, Трей. Сбегаешь, как и всегда. Тюфяк! Еще встретимся, говнюк. Сэл, позвони мне. Ага, конечно, Скотт. Почему ты не ответишь им? Хочешь, чтобы они и дальше издевались над тобой? Неважно. Трей. Все, забудь, Сэл. Извини. Ты прав. Они просто тупицы. Мы не позволим им испортить нашу ночь. Слушай, давай вместе сфотографируемся, а? Серьезно? Да. Замолкни и улыбайся. Что это было? Не знаю. Но что-то большое. Эксел, стой, ты куда? Нужно посмотреть, что случилось. Не нужно. Ты что, не видишь? Все бегут оттуда. Надо уходить. А что, если кому-то нужна наша помощь? А сейчас что это было? Не знаю. И не хочу выяснять. Все, пора уходить. Давай, пошли. Нет, стой! Сэл! Ого! Какого? Боже, что это? Берегись! Нет! Андрей, не знаю, сколько еще смогу терпеть. Держись, Сэл. Больница должна быть где-то неподалеку. Я пока снова попробую набрать твою сестру. Оно будто разрывает меня изнутри. Нет сигнала. Сэл, ты не должна зацикливаться на этом. Будет только хуже. Мне нужно увидеть, что там и что внутри меня.
Держись, Сэл. Хорошо? Держись. Нужно убраться с улиц. Проходи. Эй! Эй! Есть кто? Нам нужна помощь! Трей, мне страшно. Мы не можем здесь оставаться. Знаю, Сэл, мне тоже. Но здесь безопасно. А потом рванем в больницу, я обещаю. Больницы нет. Я оттуда. Там ничего нет. Она кишит этими созданиями. Осторожней, сюда. Вы видели мою сестру, Кэти? Кэти Митчелл. Она работает медсестрой в больнице. Нет. Все разбежались, когда началось все это дерьмо. А с вами что стряслось? Три дня назад на Селли напало одно из этих существ. Везде были они, так что нам пришлось сбежать. Наши семьи, друзья, много людей погибли в первую ночь. Больница была единственной надеждой. Спасибо, что впустили нас. Наверное, не лучшее время для рождения ребенка, да? Это не ребенок. В каком смысле? Существо, напавшее на Сэл, поцарапало ее и заразило. Теперь что-то растет у нее внутри. Это объясняет, почему у нас в округе в последнее время было больше нападений. Видимо, эти существа могут оплодотворять женщин, и при этом уничтожают мужское население. Твое лицо. Что случилось? Два дня назад в травмпункт стали поступать люди с жалобами о нападении существ. Затем некоторые из них взбесились и стали нападать на персонал. Потом появилось одно из этих существ, и все там разнесло. Вы его разглядели? Нет, все случилось очень быстро. Я побежал. Мне удалось ускользнуть, захватив немного медикаментов. Тогда-то я и попал сюда. А это? Нашел. Рядом с каким-то бедолагой. Вы же доктор, верно? Разве вы не могли помочь? Это все, что я мог сделать, без необходимых лекарств. Кажется, царапины этих существ на мужчин действуют по-другому. Я знаю, что вирус медленно распространяется внутри меня. Лишь вопрос времени, когда я стану таким, как те в больнице. И когда дойдет до этого, я приму последнюю пилюлю. Вы можете нам помочь? Я не знаю, что делать, если что-то случится. Оно спокойно. Это хорошо. Вам нужно отдохнуть. Утром я проверю, как ты. Погоди. Спасибо.
Все хорошо, все хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. У тебя отошли воды. Кажется, оно выходит. Что это? Новокаин. Если мне удастся вколоть его прямо ему в череп, это успокоит его, чтобы он не сопротивлялся во время извлечения. Сэл, сейчас ты почувствуешь небольшое давление. Хорошо. Работает? Все хорошо, все будет хорошо. Так, замер. Отлично. Хорошо. Сэл, посмотри на меня. Когда я скажу «тушься», тушься сильно. Давай. Оно вылезло. Да, вылезло. Оно мертвое? Похоже на то. О, боже. Да, точно мертвый. Ружье! Стреляй в него! Ну же, давай! Стреляй! Не могу! Только один патрон! Прицелься и давай уже! Я больше не могу его держать! Давай же, стреляй! Меня. Все кончено. Все будет хорошо. Я тебя так люблю. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевод Евгения Богатикова. Роли озвучили Маргарита Корж и Михаил Диполом. Кто следующий? Based on the comments of being traced back to an unidentified flying object hovering above the Earth's atmosphere. Within yet to release an official statement on the origin of the comet.
Being used by a higher intelligence to eradicate the human race.